сказал: «Господь сказал, молись, любите. Оставайтесь там, где вы есть». Аллилуйя. Присутствии всемогущего. Он на этом месте. И послушайте, как Слово Божие приглашает нас Ему поклоняться. Псалом 99 говорит так: «Воскликните Господу вся земля! Служите Господу с весельем! Идите пред лицо Его с восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы, паствы Его». И дальше. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его». Давайте мы так и поступим. Будем входить в Его дворы с хвалою, с поклонением, с благодарением, прославлять и величать Его. Он достоин. Аллилуйя! Он нас спас.
Потому давайте прославим, откроем свои уста, откроем свои сердца и благословим святого. Аллилуйя! Some